Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить вкуснейшее варенье. И знаете, из чего? Вы узнаете эти листья? Это ревень. И будем готовить варенье из ревеня, а конкретно из его стеблей. Они очень вкусные, сочные, молодые сейчас. Самый раз их готовить. Их можно даже и тушить, можно грызть сырыми. Из ревеня можно готовить и зеленые щи, и печь пироги или пирожки из листьев, и также из стеблей можно делать. Ну а мы будем делать варенье. Стебли и листья можно применять в течение всего лета, пока растет это растение. Но хотя появляется цветонос и очень много сил отбирает у растения, поэтому цветоносы надо удалять, если вам не нужны, конечно, семена. Срывать листья надо с пяточкой, так называемой. Вот видите, какие они розовенькие пяточки у этих листьев. Посмотрите, какие толстые, крепкие, сочные стебли у ревеня. Обрываем листву и стебли отделяем. И потом начинаем чистить все это. Вот так я чищу стебелечки. Вычистила, промыла еще раз и начинаем резать. А листву мы не выкидываем и будем варить щи и готовить из них пироги и пирожки. А теперь стебли нарезаем небольшими кусочками, сантиметр, полтора сантиметра длиной. Вот такие примерно получаются кубики у нас, которые будем засыпать сахаром. Сахар берем один к одному, засыпаем и оставляем в холодном месте, чтобы ревень дал сок, чтобы сахар весь смочился. Вот так немножко его перемешиваем, чтобы каждый кусочек был обсыпан сахаром. Вот так получается. И оставляем на несколько часов. Хотя у меня вот за полчаса выделился весь сок. Посмотрите, сколько много жидкости стало. Я не наливала сюда ни капли воды. Начинаем варить. Доводим до кипения. И оставляем остужаться, чтобы все кусочки пропитались сахарным сиропом. И так делаем несколько раз. Вот это после первого раза. Вот так остыло варенье. Вот такое оно. Но я еще несколько раз его доводила до кипения и оставляла. И вот такое очень вкусное, полезное, я бы сказала, варенье получилось. По желанию можно добавить лимонную кислоту. Обязательно приготовьте такое варенье. Сейчас самый раз его готовить. Всем приятного аппетита!